Привіт! Я українська певиця Альоша. Не путать, не певець, а певиця Альоша. Задолбал меня этот коронавирус. Хочу отдохнуть куда-нибудь, слетать, позагорать, потусить. Вот, например, можно... Тлах-цау. Тлах-цалу, штат Мексики. Или в штат... Делавар. США поехать. А может быть, туснуть в штате... Сан-Луис-Потоси. Тоже в мексиканский штат такой. Или в американский штат... Иллинойс. О, куда же мне податься отдохнуть? В США или в Мексику? Ребята, поможете? О, начальника, начальника. Начальника. Какая начальника? Я девушка, Алёша, девушка. Начальница. О, начальница, начальница. Конечно же, поможем. Ну, для такой красотки мы и других позвали на помощь. Да, начальника. О, так. Девушка, дочка. Катя из фильма «Ворошиловский стрелок». Та поет грустную песенку. Не грусти, Катенька. Я тебя с собой возьму, если ты, конечно, подсказку найдешь. Может, поможешь фиксиками азбуку выучить? Давай. Тетрадь. Так, в школу не пойдем, не надо. Деньги. О, деньги, деньги. Делавар, первый бал. Самокат. Иголка. О. Все, так что деньги у меня есть. Катенька, поедем мы с тобой в штат Делавар. Первый бал. Ой, это было бы очень здорово. А то мне грустно как-то тут. Унтик и Бабакапа. Так. Так, Лунтик, прежде чем есть... Тортик. Нужно азбуку выучить. Ладно, Баба Капа. Трубадур. Извини, Катенька, Трубадур меня зовет. В Туахцау. Да, первый бал. Дед Мороз. Ой, не-не-не-не-не, там холодно, туда не надо. Сундук. Пиратские сокровища, заманчиво. Иванушка. Иванушка, в штате Иллинойс? Да. О, Иван Драго там тусует. Иван Драго? Ну ладно, Иллинойс получает первый бал. Иван Драго. Помню такого богатыря. Да. Вупсень и Пупсень. Ну, ребята, поможете? Мы не такие глупые, чтобы молочно играть. Что всяким Алешам помогать. Некогда нам, мы пойдем вон. Вокруг света. Лучше, да. Посмотреть над бедуинами в Африке. Но, к сожалению, только мексиканские и американские. Ранчо, да. Ну, ранчо так ранчо. Пусть другие тебе помогают, красотка. Диего. Ягуар. А мы с Ягуаром готовы. Готовы помочь тебе, красавица. Эй, Диего, я твой фанат. Я смотрел тебя. У тебя есть подружка Алисия? Да, есть. И кузина Дора еще есть. И Дора есть. Ах ты! Меня красавицей назвал, а у самого много девушек? Бабник ты! Не кричи на него. Ладно. Лучше азбуку вместе со мной выучишь. Давай. Телефон. Позвони туроператору. Туахца. Не могу я выговорить второй балл. Динозавр. О, парк динозавров.
Делавар-штат. Самолет. Прямиком отправишься в штат... Сан-Луис-Потоси. Второй балл. Игуана. О. Ух ты, какой ты умный мальчик, сколько подсказок нашел. Донки Конг. Так, что нужно? Азбуку выучи Донки Конг. Ну ладно, у меня тут... Бочка. Бочка. А что у тебя в бочке? Бананы. Игра. Сон. Не знаю, есть ли на этом штате слоны там. Дикарка. Тигр. Ну, это похоже на зоопарк какой-то. Ну, я же тоже обезьянка. Тоже из зоопарка. Не-не-не, зоопарк не хочу. Там воняет от вас гадостью. Франкенштейн. Эй, красотка. Фу, а ты кто такой? Я Франкенштейн. Зря ты испугалась меня. Я как аленький цветочек. Если меня кто-нибудь полюбит, я того щедро возгнорожу. Вот так. Не нужно мне твои награды. Ну, как хочешь. Актеры из сериала «В лесах и на горах». О, Владимир Гостюхин, Ольга Арнгальц. Мы готовы вам помочь, Алёша. С азбукой. Ладно, девушка, помогай. Тачки. Тачки. Крутые тачки. Плахцау ездят. Третий балл. Док Хадсон. Салли. Так. Искра. Так что крутые тачки бери и в этот штат опять забыл. Не могу я вспомнить, как его зовут. Волк. Зайцы взрываются! Зайцы взрываются! Зайцы взрываются! И кинулся бежать. И прибежал он прямиком в реку. К реке. Которая находится... Сан-Луис-Потоси. В Мексике. Прямо в Мексику побежал заяц. Волк, то есть. Третий балл. Вы испугали. И Бруди Фокс. О, hello. Hello, operator. I'd like to report a your mama moment. Oh. Yo, princess. Is so busy. Занятая, которая busy. Ну, а другие принцессы что? А, your princess is very many dwarfs. 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 Ясно, у него много этих гномиков. А может быть, вот это поможет. Your princess is water. Yeah. Ух ты, в воде. Ну ладно, а где тут есть вода? Где-нибудь в штате каком-нибудь? Наверное. Наверное, где-нибудь есть. Наверняка где-нибудь есть. Вот, в флаге Иллинойс. Да, третий балл. Окей. Ну, как тебе, начальница? Помощнички? Ну, скажем, Броди Фокс про принцесс влюбился. Ну, я бы тоже влюбился в такую красотку, как ты. Ой, ты не влюбляйся давай. Ты лучше азбуку выучи. О, ну, давай, давно не учил азбуки я. Я помню Cartoon Network Band, выучил азбуку, и мы помним русский сейчас. Да, давай, попробуем. S. Сон. Так. D. Детвора. О, дети в доловане. T. Тараканище.
Ой, ненавижу тараканов я. Именинница. Вот-вот, скоро у меня именинница, подарки мне надо дарить, вечеринку устроить. А, ну тогда в штате Иллинойс, 4-й балл, вечеринка. Чё твоя песенка скучная? Надо будет тебя точно взять с собой. Ну возьми меня с собой. Я еще одну азбуку выучить буду. Иди. Ой. Звуки, слова. И. Индюк. Игла. Торт. О, телефон. Позвонить в кондитерскую в штат Тлакскала и заказать торт. Так, 4-й балл. Дом. Дятел. Дом в Делавар. Так, 3-й балл. Самолет. 7. Ах, так что все, давай, в 7 часов самолет. В Сан-Луис-Потоси. Да, 3-й балл. Готовься. Ну, ну, а теперь я могу есть торт? Ну, еще одну нужно азбуку выучить. Ну, ладно. Как раз Леопольд тебя ждет. След. Дверь. Ой, скрипит дверь. Торт. Так, Тлаксала, 5-й балл. Индюк. Теперь я могу есть торт? Можешь. Ты же нашел подсказку торта? Можешь. Ой, спасибо. Ну, ребята, может, нам поможете? Мы такие глупые, что Алёше помогать. Мы хотим читать книгу про Македонского. Да. Давай. Ты читай книгу про Македонского, а я про пиратов. Окей. Они чем-то были равны. Они все сражались. Они собирали сокровища. Они в плен брали людей и просили выкуп за них. Ой, ну что-то я уже подустал. Эти книжки слушаем. Ура! Отличная идея. Пошли спать. Нормально. Такие лентяи, вупсень-пупсень, это вообще что-то. Так. А, что там поешь, девушка? Ничего не понимаю. Сходи-ка ты к логопеду лучше, потом помогать будешь. О! Будем искать солнце над лесом. Вот солнце поднимается, штат Иллинойс. Какой балл? 5-й? Ага, и больше нету. Ха-ха, вперед! Слушай песенки, Донки Конгушка. Ой, песенку говоришь, а? Ну ладно, сколько у меня там букв? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай десятую. Делавар. Делавар, штат Делавар получает 4-й балл. Ладно, теперь мне пора на ферму работать.
Там водичку надо отнести комбайнеру, трактористу. Вот. Так что извини, Алёша. Ну что? Слушай песни, Франкенштейн. Да, и отстань от меня, лучше песенку послушай. Ладно, сколько у меня букв? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десятая песенка. Да-да-да, я поняла. У чё-то... Жёлтого цвета, как твой... Так, ну, давай поищем жёлтый цвет в флагах, есть ли где-нибудь? Делавар. Пятый балл. Сануиспоточий. Пятый балл. Коктела. Тоже пятый балл. Все баллы получили. Шестой балл. Я так и знала, что от этого Франкенштейна никакой помощи, только ужас один. Ну, ребята, время, ваше время послушать песенку. Сколько нас? Три. Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, прибежком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. Ну-ну, куда в гости? Гости к Делавар. Штат Делавар, шестой балл. Так. Что? Степа механик решил мою формулу номер 13 отремонтировать. Да, красную. Не... Да, помните, мне она разлеталась. Да. Поищем красный цвет. Иллинойс. Шестой балл. Вахцала. Тоже шестой балл. Буквы. А, буквы. Тоже шестой балл. Сен-Луис, Потоси, штат. Ура! Так. 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 Ого, алло, алло, оператор. Он пошел звать главного эксперта. Пока главного эксперта нету, мы можем тебе помочь. Девочка Маша взялась тебе помочь. Самовар. Чайку можем попить, начальница. Тыква. Тыквенный суп вы покушать. Ини. Ой, я туда не хочу, Наталья, там холодно, там иди. Дом. Дом Делавар. Да, седьмой балл. Ну, а так что... Броди, Броди. Ну, позвонил ты? Oh, yes, I called the expert. And he's waiting for Alyosha to talk to him. О, спасибо, Броди. Спасибо, Броди. Thank you. You're welcome, наша Russia. Спасибо, Броди. Так что, счастливого пути, начальница. И Катенька. Так, ну, кто у нас главный эксперт? Это у нас сезон чудес. Мы празднуем сезон чудес в Делаваре. Ага, ясно. Сезон чудес в Делавар. Оу, Делавар, наш Делавар. Ух ты, ну там красивенько. Итак, певица Алёша. Вместе с Катей из Ворошиловского стрелка отправляется отдохнуть в штат Делавар, США. Самый первый штат в США. Приятного отдыха.